Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здесь на стульчик. Вот. Так. Здесь прекрасная камера. Смотрим в нее. Всем привет. Марафонцы, всем привет. Я здесь, наконец-то. Ура. Я очень благодарна, Егор, что вы меня сюда позвали. Вы не представляете, какое это счастье. Я так хотела. Ну, вот, в общем, мечты сбываются. Класс. А мне было счастье увидеть свою отличницу вживую. Спасибо. Да, рассказывайте, как вы к нам попали вообще в школу? Что вас привело к рисованию? Вообще, как бы моя история, моя дружба с карандашом, она длится вообще с детства. Угу. Но это все было как бы просто детское увлечение. Никто, ну как взрослый, ну рисует ребенок, рисует. В общем, ну пускай себе рисует. Это не переросло во что-то серьезное, хотя я всегда в детстве мечтала, что я стану художником. Я себя просто внушала, что я обязательно буду художником. Но как-то все это так и осталось на уровне увлечения. Но я всегда рисовала, ну это все было в стол. Ну это что, детские работы, да, такие они примитивные, без какого-то там... Я не знаю, объема нету, ну, все это так действительно по-детски. И на какой-то период времени я вообще просто забросила это дело, я не рисовала. Ну, в общем, как-то не было мне стимула. Думаю, а, действительно, что это? Баловство. Ну, что это такое? Несерьезно, действительно. Вот. И заново все это у меня возродилось год назад. Я попала случайно на один марафон совершенно другой школы, попробовала там свои силы, поняла, что все-таки я как бы хочу этим заниматься. Почему я себя этого лишаю? То, что я люблю делать, то, что мне нравится. Я даже купила у них один курс, попробовала, и потом стала для себя уже серьезно выбирать школу. И это сразу было школа онлайн. Потому что, ну, ездить куда-то... То есть та школа была несерьезная? Ну, это бы... У меня теперь... Сейчас я могу сказать, что мне есть с чем сравнить. И поэтому, ребята, школа Матита – это самая крутая школа. Вот. И я уже начала мониторить в Инстаграм, да, что предлагается, какие школы. Школа Матита у меня была в закладочках всегда. И в итоге я все равно вернулась и попала потом на марафон, где мы рисовали котика сфинкса и мужчину со слезой. Мне мой результат не понравился. Они у меня здесь с собой, покажу. Но я сразу же приобрела курс «Времена года». Почему-то «Времена года» мне хотелось попробовать не только портреты. Я люблю, в общем, портреты рисовать. Но из-за того, чтобы попробовать себя в разных, да, там, и деревья, и натюрморт, ну, что-то такое разное. Это, конечно, нечто. Я просто, вот, и они у меня с собой, эти работы, да, и покажите, вот эти работы, они у меня просто вызывают определенные эмоции. О, у вас тут сертификат. Да, вот сертификат у меня здесь вот об окончании года. Да, об окончании курса мы вам даем всем сертификат. Да, это вот вчерашняя девушка. Ох ты, вы даже успели вчера порисовать, обалдеть. Да, успела обязательно, как же. Круто. Да, Никит может сделать покрупнее нас, будем сейчас показывать красоту. Ну, это моя одна из любимых последних работ. Это, да, портреты достижения фотореализма, посмотрите, какая красота. Том Круз. Да, эту девушку я рисовала чисто для себя. Мне прям очень она понравилась. Я попросила у нее разрешения, можно я вас нарисую. Вот я рисовала, да. Класс. Так. Вот, не менее любимый. А, тоже с марафона. Посмотрите, супер уровень. Да, отлично. Здесь вот еще один такой красавчик. Малыш, который портрет. Мне тяжело дался. Да. Но все-таки мы справились. Да, ребят, вот так я пригнусь, и вот посмотрите за мной работы до обучения Милы. Да, вот разница видна, конечно, колоссальная. Вот с времен года мне нравится вот эта девочка. Да. Малышка масленица. Такая, да, масленица. Да. Ну, наш хоккеист. Известный хоккеист, да. Ну, в общем, тут много. И вот я говорю, каждую работу я открываю, и у меня просто... Столько, у меня такой спектр эмоций, я вспоминаю, да, как я это рисовала. Ну, вам пора выставку делать свою, оформлять это в красивые багеты, рамочки. Да, вот мне еще это нравится, прекрасно. Вот это моя любимая, ребят, девушка. Напишите в чате, как вам работы, картины Милы. Супер, вы в Инстаграме выкладываете ваши рисунки? Да, обязательно, да. Все. Потом... И у меня уже более 50, ну, больше 50 работ всего. И плюс на заказ я рисую тоже на заказ портреты. И, кстати, хочу сказать особую благодарность людям, которые мне доверяют, заказывают. Ну, вот за год у меня
Кстати, заказы начали поступать, когда я уже начала во временах года рисовать. И посыпались заказы. В основном знакомые. Да, это были знакомые, знакомых знакомых. И так, друзья друзей. Начинаем пока с этого. Но более 20 уже, я считаю, как бы это для меня это прогресс, потому что я не могла просто подумать каких-то там полтора года назад, что вообще меня вот как-то настолько, да, я погружусь вот в этот мир искусства. А кем вы работаете? Ну, я госслужащая, очень далека от рисования, поэтому это моя мечта, пока она мечта, стать художником. Да, остается мечтой. Да, ну, вы еще молодая даже студентка для нашей школы. Да, для школы я очень молодой студент. Ребят, да, никогда не поздно. Сейчас я покажу свой котик. Вот он мой первый котик. О, с этого все и началось. Шикарный вот сфинкс. Это вы потом его еще дорабатывали, да? Да, я потом дорабатываю обязательно. Я возвращаюсь к своим работам всегда и уже с новым опытом. Угу. Я уже вижу, где мои косяки. Давайте котика покажем. Это мой любимый, да, Василий. Да, это та самая наша новая программа «Портреты достижения фотореализма». Посмотрите, какой шикарный здесь нарисован кот. Тот самый, да, могли видеть его на референсах. Просто фантастический результат. Да, ну это вот, ну, вообще все рисунки времен года, это мои любимые. Просто я даже не знаю. О, вот в цвете, это вы чем рисовали? Это маркеры для скетчинга. Маркеры в нашем клубе, в нашем сообществе, на нашем курсе тоже есть, друзья. В общем, вот, вот как-то так вот. Кайф, кайф. Да, я вот и говорю, просто кайфую, когда перелистываю альбом. Это мне очень нравится. Ну, действительно, ваши работы прям достойны, чтобы их оформить. Вот я попробовала повесить. Еще в пастели. Конечно, это была отдельная история. Угу. Но все равно мне очень понравилось. Это какой-то другой совершенно рисунок. Ну, попробовать что-то новенькое. Наш вау, тигр. Это цветные карандаши. Да, цветные карандаши. Да, что-то такое более абстрактное. Опыт. Прекрасно. У меня есть здесь, ну, я вдохновлена, конечно же, и у меня есть самостоятельные работы. Mm. Вот, я его дорисовывала, вот это я начала его в 2020 году, и потом уже я все-таки его перерисовала. Oh, столько, уже. Столько картин прекрасных. Потому что мне нравится, что здесь такая прям детализация, морщины, вот такой дедушка с котиком. Ой, я обожаю рисовать морщины, да, все я вот тоже, эти мне детальные очень нравится, штучки. Да. Да, вот это вот, как бы я вдохновлена нашими курсами, и вот мои самостоятельные работы. Кайф, кайф. Ребят, да, многие боятся, как я буду рисовать без голоса Егора и прочее, без подсказок. Да. Пожалуйста, посмотрите самостоятельные картины Милы. Да, спасибо. Спасибо всем, ребята, не переживайте. Двигайтесь вперед. Я хочу сказать, что не надо никого слушать и действуйте по велению своего сердца. Это обязательно. Не надо себя ни с кем сравнивать, потому что люди разные, разные видения, да, как вот... Как ляжет карандаш на лист, да? Поэтому не надо бояться, надо просто рисовать, не останавливаться, пробовать. Не получается, еще раз пробовать. И девиз у меня теперь: рисуйте с нами, рисуйте как мы, рисуйте лучше нас. Просто, вы прям подготовились. Это... Я готовилась, вам нужно со мной рядом проводить вебинары и мотивировать. Я согласна. Мотивировать наших учеников. Откуда вы, кстати, приехали? Я, ну, вообще, как бы я из Москвы, я москвичка, но моя семья сейчас живет в городе Железнодорожном. Это далеко от Москвы? Ну, не очень далеко, но с пробками очень далеко. Да, поэтому поблагодарим Милу еще раз, что она приехала, преодолела все московские пробки, такие большие расстояния и прочее. То, что она поделилась, как я всегда говорю, что я сам вдохновляюсь, заряжаюсь, когда людей из онлайна, чьи работы я там видел на платформе и прочее, появляются у нас, материализуются вживую с такой... Это вдохновляет. Да, и с таким количеством, и с такой проработки. Это, опять-таки, развеивание мифа для тех, кто думает, что, ой, по урокам невозможно научиться и прочее. Работы Милы до, пожалуйста, вы все видели. Даже смотреть не хочу. Да. Потому что я очень много своих работ, таких, которые были ранние, я их просто выбросила, потому что, ну, все, я уже на это не могу смотреть. Да, друзья, сердце кровью не делайте как Мила, не выбрасывайте свои ранние работы. Всегда интересно смотреть, с чего вы начинали. Даже если у вас сейчас не получилось на марафоне, не выбрасывайте, сохраните ваш рисунок, чтобы потом мы смогли сделать вот такую до-после, очень красивую. И посмотреть, очевидно. Да, посмотреть, как вы выросли. И я хочу еще сказать благодарность, потому что, вот, мне кажется, это очень правильно,
приглашать сюда учеников. Вот до этого вот сейчас девушка Юля была. Да. Я посмотрела уже ее работы, очень крутые. Это реально вдохновляет, ребята. Ну, у вас не менее крутые. Спасибо вам большое, что вы приглашаете. Что это за большой формат? Это моя дипломная работа. Да ладно, обалдеть. С курс времен года. Обалдеть. Я сначала издала просто в карандаше, потом я уже дорисовала цветными карандашами подсолнухи, потому что решила, что здесь просто необходим какой-то яркий акцент. Вот я... Это моя такая фантазия. Очень круто. Да, вот можно потом фантазировать, улучшать, изменять, да. Добавлять даже какие-то другие материалы. Да. Прекрасно. Мила, я вас благодарю. Спасибо за то, что большое. Вы приехали, за то, спасибо. Что вы поделились. Ох, ваш Инстаграм, потом напишите Ирине, да, чтобы тоже его скинули в чат и посмотрели ваше творчество. Спасибо, всем пока. Да, марафон содерзайте. Вам дальнейших творческих успехов. Тут осторожно, звук. Всем спасибо, всем пока.